посылку будут уложены несколько образцов. Вот один из них. Интересная щетка кварцевая. Из нового проявления района Зернова. Такого кремового цвета. Сам вижу впервые. В 2015 году вот нашли это проявление. Симпатюля. Вложу также вот гальку кварца. Пластинку авантюрина с Южного Урала. Халцедон с Липовки. Небольшой перетик березовская. Большой образец с первомайского зверевского месторождения. Корочки, небольшие кристаллы какие-то. И еще один образец тоже оттуда же. Кристаллами кракоида. Это, кажется, хризокола с медно-рудянского месторождения Нижний Тагил. Неплохой образец шайтанского перелифта. Насыщенной полоски. Это образец гессонита. Здесь вот немного даже клиноцизит виден. Вот. Южный Урал. Коп Гилева. Пара образцов Корунда, район Калташей. Ну и включение Беста Горбуновская. Три образца с Липовки с включением Шерла. И с Малышева с берилом.